здесь я купаюсь, загораю. Решил снять небольшой сюжет на смартфон. Грязновато, конечно, мерзнут люди. Но на камнях все-таки мусора поменьше, поэтому я решил здесь обосноваться. На днях копался в своем архиве и нашел записные книжки, которые я вел где-то примерно в начале 90-х, 93-й, 94-й, ну и закончил где-то в начале 2000-х, там уже тетрадки были. И вот сейчас по пути с залива решил поснимать сюжеты, потому что чувствую, что как-то не хватает в моей жизни таких заметок, которые фиксируют какие-то ситуации в жизни, которые бы освежали в памяти события в моей жизни, которые происходят. Когда фиксируешь и потом просматриваешь, оказывается, очень много событий из памяти вылетает, если их не фиксировать. И вот я решил, что буду теперь снимать почаще видеосюжеты, может быть, записные книжки буду что-то заносить. Ну вот, хочется немножко поразмышлять о том, что для меня сейчас является, ну, актуальными событиями в моей жизни. Значит, август 2018 года. Сейчас я в отпуске, где-то неделю уже прошла, чуть больше. Немножко отдохнул, восстановился после трудового года, сезона в театре. Сейчас какой-то переломный опять у меня момент в жизни. Пытаюсь понять, чем стоит заниматься более активно. В этом году как-то почувствовал, что увлечение фотографией немножко у меня как-то
дошло до определенного этапа, когда хочется его остановить. Ну и это совпало как раз с тем знаком, что во время съемок выпускных экзаменов Академии Ваганова начальство в театре увидело, как я снимаю, и от руководства балета поступило требование, чтобы я больше не снимал. Ну и, честно говоря, с 13-го года я каждый год снимал вагановцев. Ну, накопилось уже много материалов, и хочется на какой-то момент остановить это все. А в моих эзотерических увлечениях тоже какой-то наступил этап, когда хочется понять, что дальше. И он совпал, так получилось, что сейчас вот заинтересовался западным оккультизмом. Для меня это довольно трудная тема. Мне не очень как-то комфортно изучать вот этот эзотерику, которая базируется на христианстве, на Ветхом Завете, на Кабале. Ну, в начале 90-х у меня как возник импульс притяжения к Агни-йоге, так для меня это является многие годы базовым учением. Тайная доктрина Блаватской, Агни-йога. Много чего еще добавил к этим основам, но все это все-таки восточного происхождения учения. А сейчас я почувствовал, что без знакомства с западными эзотерическими учениями, ну, как-то дальнейшее развитие зашло в некий такой тупик. Ну, вернее, оно остановилось. А хочется какого-то дальнейшего развития. И вот дальнейшее развитие я связываю с синтез западного оккультизма и восточного. А фундаментом западного оккультизма в наше время являются книги Штейнера. И они у меня очень с трудом как-то, чтение их, со скрипом довольно шло. Сколько раз я не пытался, для меня это трудная как бы литература. Мне казалось, что там очень много воды, много информации, которую непонятно как применять в жизни. Ну а сейчас прочитал вот его биографию. Ну и хочется все-таки посмотреть поподробнее, что там можно интересного найти. Потому что если великие учителя сил света что-то дают человечеству, то после этого они уже через других посланцев это не повторяют. Уже подразумевается, что надо сначала освоить то, что дано, а на базе этого можно будет понять продолжение, которое следует дальше. Так что вот в ближайшее время, видимо, буду изучать книги Штейнера. Ну и придется, наверное, почитать то, что сопутствует западному оккультизму. Там началось все это с Христиана Розенкрейца. Потом были еще ряд посланцев, которые продолжали эту линию. Ну, вот, после Штейнера еще почитаю их. До этого я читал еще Макса Генделя, который описывает космогонию примерно в том же ключе. Ну вот его книги мне близки, я их легко довольно почитал. Ну, видимо, теперь пришло время почитать Штейнера. Вот так, на этом пока заканчиваю.